Всем привет, ребят! С вами я, Диана, и в этом видосике у нас с вами рубрика новости. Но перед началом этого видео подписывайся на мой канал, ставь лайк, пиши любой комментарий. Также не забывай про колокольчик, чтобы не пропускать мои новые интересные видосики. У тебя одинаковые предметы из Roblox, и ты не знаешь, что с ними делать? Тогда быстро переходи на сайт starpets.gg, ведь у них на сайте появился крутой обменник. Бери и меняй несколько своих предметов на один крутой, или наоборот, получи с одного предмета кучу разных. Все делается, ну, очень просто, а главное, быстро и безопасно. Но не забывайте, что на StarPets можно покупать или продавать предметы из Roblox выгоднее, чем где-либо. Все ссылки на лучший маркетплейс по Роблоксу StarPets будут в закрепленном комментарии и в описании. Ребята, у нас просто самые шоковые новости про наше новое обновление, которое совсем скоро появится в Adopt Me. У нас скоро выйдет полицейский участок и грабители. Да-да-да, ребят. Я уже нахожусь на официальном тестовом сервере, давайте я вам все быстренько покажу. Давайте, ребят, поворачиваем. И вот, смотрите, вот эту локацию я вам показывала уже в прошлом видосике, это наша парикмахерская, но теперь я вам ее показывать в этом видосе не буду, я вам покажу, что находится вот в этом месте, ребята, это полицейский что? Грабитель вошел в ваш дом? Не понял. Ребята, что за дела? Грабитель вошел в мой дом? Ничего не поняла, конечно. Но давайте мы для начала, конечно же, я вам хочу показать всю локацию эту, полицейский участок. Потом мы уже сходим, разберемся с этим грабителем, как бы отлупим его хорошенько. И давайте мы с вами зайдем в полицейский участок. Так, ну и давайте все это, конечно же, внимательно рассмотрим. Пока что так, закрыто у нас тут на замочек, нам туда зайти нельзя. О, ребят, я вижу себя, можно одеться в полицейского, да? Ну, прикольно, прикольно. Ладно. Неплохо. Я, конечно, ожидала, что Adopt Me сделает такое обновление, но настолько, чтобы классно было. Посмотрите, ребят, какая у меня прикольная одежда. Мне все прям очень сильно нравится. Так, ну смотрите, тут у нас типа гаража. Не знаю, что это еще такое. Так, опять грабители лазают в мой дом. Ну и давайте пока что дальше пройдем, посмотрим, что же тут еще есть, а потом мы уже пойдем и спасем мой дом. Ну, в принципе, тут, смотрите, ребят, типа служебные комнаты, наверное, тут у нас, получается, сидят полицейские. Давайте посмотрим, что же у нас тут. Так, 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 так. О, ребят, тут, получается, прослушивают переговоры с каким-то, как бы, мошенником или там преступником. Давайте присядем на место преступника. Ну, вот так, ребят, получается, тут сидит преступник, а там сидят два полицейских и слушают его, как бы, рассказ, что он не виноват и так далее. Так, ребят, смотрите, там еще вот эту комнату давайте проверим, тут она была закрыта. Ребят, я вижу канализацию, смотрите, там какой-то пацанчик ходит, наверное, это грабители, я так думаю. Ну, блин, прикольно. Смотрите, это тоже служебная такая комната, там, наверное, следят за кем-то. И вот тут у нас есть спуск в какой-то подвальчик, давайте посмотрим, что же там. Ну, знаете, прям достаточно крупная площадь у этого участка. Вау, ребят, это же камера. Смотрите, как это все классно закрывается. Офигенно, ребят, давайте зайдем в эту камеру и закроемся тут. Давайте прилягем на кроваточку и... Что? Стоп, что, ребят, туда можно зайти, в эту картину? Офигеть, я спустилась в канализацию. Ребята, то есть, когда вас посадят, как бы вы будете вором, вас полиция посадит в эту камеру, и вы сможете просто убежать оттуда и так далее. Ребята, это так классно. Вот пацанишка, наверное, тоже убегает. Ну, короче, ребят, я прям в шоке с этого. Короче, сейчас мы давайте убежим с вами и пойдем найдем, где у нас можно прибить вора. Так, ну вот, я вылезла из канализации через этот люк. Ну, ребят, в принципе, прикольно. Давайте мы с вами отправимся спасать. О, тут у нас еще питомцы, кстати, если я забыла. Давайте посмотрим транспорт. И транспорт у нас есть. Давайте возьмем белую машину и пойдем ловить вора, который забрался в мой дом. Ребята, посмотрите, что они делают. Они выносят мой дом. Посмотрите, это мой диван, ребят. Смотрите, они украли мой диван. Они потащили мой диван из моего дома. Я в шоке, ребята. Это что такое? Офигеть. Короче, мне нужно подождать возле своего дома, я поймаю грабителя. Они 100% должны пойти в мой дом, потому что тут где-то 3 донатерских дома только. И капец, ребята, выкрали мой диван. Так, ребят, смотрите, девка маленькая бежит в мой дом, она как бы в облике грабителя. Кстати, я не знаю, как одеться в грабителя. Давайте я вот тут вот встану и буду ждать. Там уже стоит большая тачка. Короче, вот, видите, грабитель вошел в ваш дом. Давайте я вот тут буду стоять, ждать этого грабителя. Блин, ребят, я почему-то не могу ее поймать, я не знаю почему, но я нажимаю, я не знаю просто как ловить, я как бы первый раз зашла, я увидела машину большую, ребят, она походу поехала грабить вон тот дом за робоксы, который стоит 1600 вроде бы робоксов, давайте быстренько туда побежим. Эй, ты куда бежишь, я тебя не могу поймать, блин, ребят, я не знаю как нажимать, но я почему-то не могу поймать грабителя, воровать это плохо, нужно ловить этих воришек. Короче, ребят, я как поняла, тут вот в этом доме находится как бы база грабителей, ну...
Тут куча машин, да-да-да, ребят, это база грабителей, давайте заходим туда и посмотрим, что же там будет. Да-да-да, ребят, это реально база грабителей, вот, смотрите, вот, я могу переодеться в грабителя, посмотрите, какая модная чекуля, я буду воровать, да-да-да. Так, ребят, ну давайте посмотрим это помещение, в принципе, так прикольно, вот, смотрите, стоит вот этот вот, получается, водительский этот, машина крупная, короче, так сказать. Так, открывай дверь ко мне быстро. Ну вот, как бы тоже служебная комната, тут грабители сидят, обсуждают, что им украсть и так далее, ну, в принципе, прикольно. Ну так, ребят, смотрите, я беру инструменты, короче, вот, смотрите, перчатки. Так, нося эти перчатки, вы можете грабить чужие дома. И взяла вот эту вот биту, давайте, ребят, все-таки пойдем ограбим какой-то домик. У нас, кстати, есть вот эта вот машина, и получается у нас две перчатки и одна бита. Ай-яй-яй, ребят, за мной бежит куча полицейских, посмотрите, они прям с этими наручниками за мной бегут, а почему-то у меня не было наручников, кстати, ребят, не знаю почему. Блин, они меня поймали! Вот это поворот! Ребят, посмотрите, они меня поймали, ну как бы, я-то знаю, как мне отсюда сбежать. Мы как бы просто с вами забегаем в картину, спускаемся в канализацию, и так мы уже спасены, получается, сбегаем как бы с тюрьмы, ребята, и бежим снова воровать. Я уже бегу в богатенькие дома. Так, этот домик у нас закрытый. Давайте попробуем вот в этот. Этот тоже, ребят, закрытый. Вот. Ну, давайте пойдем в маленький. В принципе, маленький тоже ограбим. Ничего страшного. Конечно, в этом доме ничего ценного нет, но я взяла самое ценное. Это кроватка. Конечно, мы все любим поспать. Я взяла кроватку. И давайте, ребят, утащим эту кроватку. Нам нужно достать мою классную большую машину. Так, кидаем кровать. Так, смотрите, вон еще грабители бегают. Давайте достаем кровать. Ой, господи, машину. Ты посмотри, что он делает. Уйди отсюда. Ты посмотри, что он делает, воровать это плохо, своровал у меня кровать. Воровать это плохо, нужно ловить этих воришек. Ребят, посмотрите, просто как бы я сама пришла воровать, он ворует мои вещи, которые я сама своровала, да, есть логика, да? Ну давайте хотя бы этот, как его, душ наш положим и увезем быстренько отсюда, ну-ка иди сюда, козел. Я-то все-таки добьюсь своего и заберу свою кровать, которую я сама лично украла. Вот недавно я была полицейским и как бы не давала никому воровать, ну как бы мне теперь нужно своровать, да блин, я не могу ее засунуть в эту машину. Я притащила кровать в наше логово, ребят, я выкрала все-таки эту свою кровать, но душу мне не получилось как бы вывести, этот человечек, так сказать, украл мой душ. Ну что, ребят, все-таки я исправилась, иду спасать свой дом, я как бы устроилась на работу, на нормальную работу в полиции, смотрите, тут куча машин ворует мой дом, иди сюда, я тебя поймаю, так отправить в тюрьму, нажимаем, иди сюда быстро, кто еще хочет попасться, давайте помогайте мне, мои сотрудники, господи, давайте быстренько ловим их, отправить в тюрьму, да-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 да. Ну, в общем, ребята, вот такое видео у меня получилось. Я очень старалась показать вам абсолютно все, что тут будет в нашем новом обновлении, потому что этот тестовый сервер часто закрывают на неопределенный срок, и как бы я вам старалась все показать как нужно, и надеюсь, вам это все понравилось. Ребята, напишите в комментариях, что вы думаете по поводу нашего нового обновления. Я прям очень сильно себе хочу полицейский участок. Посмотрите, ребята, как это классно быть воришкой, спасать наших мирных жителей от воришек и так далее. Это все очень прикольно. Так что, ребята, будем ждать с нетерпением это обновление. Я, конечно же, все комментарии ваши прочитаю, все пролайкаю, жду ваши всякие догадки и так далее. Но если ты смотришь это видео и еще не подписан на мой канал, то обязательно подписывайся, ставь лайк, пиши любой комментарий. Также не забывай про колокольчик, чтобы не пропускать мои новые интересные видосики. Также среди тех, кто досмотрел этот ролик до конца, я хочу разыграть 20 робуксов, ребята. Пишите, что вы досмотрели ролик до конца и участвуйте в конкурсе на 20 робуксов. Ребята, вы должны прям так написать, что вы досмотрели и участвуйте в конкурсе на 20 робуксов и написать свой ник. Если именно вот этих слов у вас не будет, то вы, конечно же, уже не станете победителем. А вот победитель из прошлого видео. Вот, ребят, Дима вернулась в Adopt Me видео, я выбираю рандомного победителя, и получается, я досмотрела этот ролик до конца, участвую в розыгрыше пингвина. Ребят, вот так вот нужно писать именно на какой конкурс вы участвуете, потому что вы можете просто так писать и не смотреть ролики до конца. Валерия, я тебе написала в комментарии, напиши мне свой ник обязательно, и всегда, ребят, пишите свои ники. Так что, ребята, обязательно участвуйте в конкурсах, я их буду делать очень часто, и мне нужно, чтобы вы именно писали, что вы участвуете на такой-то, такой-то конкурс, и обязательно ник, потому что вы можете просто так писать, что вы как бы досмотрели ролик до конца, а мне нужно, чтобы вы именно до конца досмотрели и узнали, что тут я разыгрываю. Поэтому, ребят, давайте участвуйте, желаю всем удачи!